Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, кто-то и Чумной Доктор. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Sandbox, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем здорово. Будем смотреть очень большие постройки, их взрывать, разрывать, сжигать и просто веселиться. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Серега, я хочу сразу показать, какую постройку я нашел. Может, эта постройка и старая или новая, но я ее просто раньше не видел, поэтому у нас есть вот такой вот классный экран. Дальше, ребята, будет больше. Так что ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Я могу управлять этим краном вниз. А я тут кнопки есть, Дима. А, я могу и так управлять. Так, короче, пацаны, давайте какой-то большой предмет положим на него. Посмотрим, сейчас какая попробуем. У него грузоподъемность. Вот этот пойдет? Да, давай, ставь эту кабаку. Так, пацаны, аккуратненько. Новый кран. Так, так, с красав... Во, я думаю, так пойдет. Давай потихонечку будем поднимать. Ого, он гнется. Давайте я выше камеру подниму, чтобы было видно. Не-не-не-не-не. Кран, давай, я в тебе верю. Он разрывался в говно. Я знал, что это произойдет когда-то. Короче, ребята, если вам надо что-то поднять тяжелое, обращайтесь к нам. Без проблем. Кран ваш. Так, ладно. Давай, Серега, по очереди будем. Теперь ставь ты постройку. Хорошо. Я поставлю очень-таки интересную постройку. Давай. Называется... пазл. Воу. Мы ее так посмотрели пару секунд, а это вот будет первое впечатление. Ребята, поднимаемся. Нифига себе, тут лестница скорости, что ли? Да. Воу. Подожди. Это типа лабиринта, ты должен пройти здесь. Понял. Ого, я уже запутался. Блин, прикольно сделали. А че раньше эту постройку не видел? А ее добавили, наверное, недавно. Блин, знаешь, что мы забыли, Серега, сделать с первой постройкой? Взорвать ее. Но этого, ребята, мы не забудем взорвать. Я думаю, это будет эпический взрыв. А я, Серега, заблудился. Ты где? А я поднимаюсь вверх куда-то. Очень классная карта. Это просто какой-то здоровенный лабиринт со странными наклонностями. Ой, я почти наверх сам и поднялся. Ничего себе. Вот это кубище. Давайте просто на самый верх полетим. А ты в центр залети, Димас, это ко мне ты пэхнись, увидишь. Я вижу, вот ты летаешь. Офигеть, круто. Я не летаю, я тут хожу. А я летаю. Я теперь не понимаю, где вверх Денис. Стоп, 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 вот. А, вот это пол. Да, угадал. Четырехмерное пространство. Так, Сережка. Смотри, что у меня есть для тебя. Большой сюрприз. А, но... нет. А у нас, ребята, включено бессмертие. Ты не умрешь, это просто будет эпический взрыв. Бум. Как всегда, ребята, только для вас. Просто класс, миллион запчастей. Тот, кто делал этот лабиринт, классно сделал, мне нравится. Особенно, как он взрывается. Смотри, как предметы, да, прикольно падают все. Я эту постройку выбрал из-за того, что ее будет очень классно взрывать. Так, подожди, а как вы вовнутрь попали? Стоп, дайте я зайду вовнутрь. О, прикольно, кстати, да, внутри сделано? Братья и сестры, почему вы все горелые, как и я? Прикольно. Не ломайте! Не ломайте эту постройку! Дайте я ее. Нам сделает Димас. Дайте я ее взорву. Просто у нас есть мастера по дырочкам. Так, пацаны, разбегайтесь подальше. Если что, я успею очистить карту. Бум! Воу, да эпично, пацаны, ее разнесло. Да. Ну, как меня отталкивает. Давай, Серега, теперь ты став крутую постройку, мощнецкую. Секунду. Сейчас все будет. Так, а где вы все? Я вижу, вот летаете. А я на спауне. Углишки. Димас, помнишь старого знакомого? Да, показывай. Где этот мужик? О, да я помню, он еще управляется. А ну-ка. А, так подожди, это ты прыгнул или ты летаешь? Я летаю. Ну ты мочишь. А чё какие там звуки? Вообще никакие звуки не издает. Ты на жопу сел. Ничего себе, ты какой-то самурай. У него внутри какие-то два красных яичка. Яички, да, красные? Меткое попадание в руку. Воу, прикольно ты разлетелся. Мне нравятся эти большие роботы, они реально классные. Ничего себе, сколько запчастей в воздухе. А чё они не падают? У них что, гравитация отключена или что? I believe I can fly. А почему они не падают? Просто взорвем какую-то бомбу маленькую здесь посередине.
Серега, ты знаешь, какую там бомбочку с мини-взрывом? Я знаю, сейчас будет. Давай. Смотри наверх. Давай. О, эпик. Бум. Блин, я помню эту штуку. Прикольно. Давай еще пару разков. Не, хватит, Серега. Так, держится, держится еще. О, тут уже, смотрите, как изогнулась. Так, эту сторону ломаем. Все, пацаны, падает. Падает, падает. Блин, прикольно, такая деревяшка. Какая-то резиновая штуковина получилась. Сейчас я покажу тебе. Так, Серега пока ищет, я вот эту вам покажу постройку. Она мне очень нравится. На нее еще стул можно прицепить и полететь. Ого, оно летит далеко. Так, Серега что-то выбрал. Так. Так, так, так. Так, а давайте посмотрим эти бомбы. Ой, красиво летят. Много раз не нажимайте, ребята. Так, надо нам неуязвимость включить. Ракета. О, я помню эту ракету. А нет, это другая, это не та. Была, похоже, у нас такая ракета. А как на ней летать? Одного человека садись, Димас. Так. Сейчас полетаешь. О, вижу. Вижу, пацаны. Сел, сижу. Отлично. Я уже лечу куда-то? Да, такой звук прикольный. Давайте, ребята, включим от третьего лица. Вот, от третьего лица включено. А что, нормально летим? Мне нравится. Ой, там что-то поломилось внизу. Блин, мы падаем. Ты в космосе. Это какой космос, я вижу тебя. Не, не вижу. Лови меня. Семеро. Отлично. Так, ребята, немножко поиграем от третьего лица. Мне реально это нравится. В Гаррис Моде прикольно. Так, на шарике, говорите, можно прыгать? А, нет, нельзя. Ну вот, еще одна довольно-таки интересная постройка. Это дирижабль. Ага. Наполовину. Так, а как им управлять? Чуть не могу запрыгнуть. Я им управляю. Во. Так, пацаны. Сейчас попробую. Нет. Может только управлять Серега. Мне нравится. А куда мы летим? В далекие, далекие края. Давай в небо резко. Можешь ждать или нет? Небо, а он, наверное, не может, он, наверное, только по воде лупашит, ну, как по суше. Что-то не получается у нас, пацаны. О, давайте попробуем админским пистолетом. Взлетает. Взлетел. Так, чем я могу? Я давайте возьмем... Это будет, наверное, эпик, да? Ты стреляешь, ебать. Да, админским пекалем. Что происходит, так и не понял. А что, даже в бессмертии админский пистолет валит? Так, что-то не ломается оно. Так, Серега, стой. Сейчас мы все сделаем. Осталось тебе немножко подождать. Мы горим, покинуть корабль. Корабль. А что, он горит, что ли? Да. Я вижу, я вижу. Бум. Я теперь угляшка. Прикольно. Буду таким челиком бегать, мне нравится. В этом есть какой-то прикол. Вот это Димас. Во. Это космический корабль. Так, а ты можешь его немножко, чтобы он вверх подлетел? Да, сейчас. Так, сейчас Серега покажет нам вещи. Ядерная бомба, чем я ростом? О, я на полу. Ладно, давай я ему помогу. Я вот тут под него стрельну, и он вверх полетит сам. Поехали. Во, видишь, как стрелка классно полетел? Ого, сколько окон. Ребята, смотрите, сколько запчастей от него вылетело. Офигеть. Круто просто. Почему-то на них не действует весомость. Это очень странно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!